тут-то? Да вы что, издеваетесь? А это вы смотрите, какая толпа. Ух ты. Глушитель сломался, блин. Вообще можно не париться, стрелять в толпу. Надеюсь, это все. Вот это да. Давай отъедем. Чуточку. Блин. Ну и как тебя грохнуть теперь? Да не, вроде стабильно. Нормально все. Ну что тут? Военный груз. Военный мне особо не нужен. Сейчас запишем в общий чат. Военный груз нам особо не нужен, но давай на землю скинем, вдруг кому нужно, приедет, заберет. А, СВД. СВД мы возьмем. Одну СВДшку, мне, в принципе, больше ничего не нужно. Кобру возьму. СВД. Так. Ну-ка, давай-ка. Ну, разве что СВД, да. Ну, одна. Одна СВДшка. Мне этого за глаза хватит. А все остальное нам не надо. Ну и оптику я взял, да, оптику взял. Я все-таки надеялся, что строительный будет. Тактический жилет возьму. Хорошо. Уговорили. А остальное как? Вайга. Патронов таких я тут не встречал, поэтому... Я за все время, сколько я выживаю, третий день, нашел всего лишь два патрона на дробовик. Всего лишь две штуки, представляете?
А, сейчас я еще кое-что возьму себе. Три штуки возьму, ладно, говорили. А то у меня АКМ с деревянным прикладом мне не нравится. Возьмем его приклад другой немножко. Да, я выкидываю все на землю, я знаю. Я же написал в общий чат, если кому нужно, я выкинул все на землю. Кому нужно, тот приедет, заберет. Хотя, может быть, для охоты на медведя как раз и нужно что-нибудь такое помощнее. Но я думаю, мне ВСДшки хватит. А магазины у меня есть, закопанные. Я специально три магазина оставил, думаю, рано или поздно найду, плюс патронов полно. Так, ну что, все, я на землю скинул. Единственное, что я хочу, это вот у АКМа заменить вот эту тему. И поставить... Какой? Подожди, сейчас разберемся. Подожди, надо сначала скинуть, а то я со своим перепутаю. Во, вот такое хочу. К-74. Где он тут? Во, складной хочу. Во, вот такой прикольный. Все, можно двигать. Но с другой стороны, не зря съездили. ВСДшку добыли. Оптика у меня есть. Вот я взял кобру. Плюс у меня на том стволе, который в машине. У меня есть оптика вот такая вот. Вот. Ну я попробую, что лучше. Там видно будет. Ну и все как бы. Давай зарядим и поедем. Уже изучать. Мир. Зараженный, конечно, тут угу. Блин. Надо сейчас еще посмотреть, вдруг у них патроны есть. Надо здесь в центре встать. Тут же вояки. Попить возьмем. Батарейка. Ну, возьмем. Мало ли. Так, такие патроны нам не нужны. Скотч берем. Слушай, надо еще КМ поменять. КМ поврежден на меня. А тут были КМы? А, вот был. Глушитель уничтожился.